На какой спектакль вы сейчас ходили? Погромче. Слишком женатый таксист. Слишком женатый таксист. Скажите, пожалуйста, чем он вам понравился? Что вам запомнилось? Ну, это очень известный спектакль веселый. Это комедия, там про мужчину, у которого было две жены. И там просто все время были разные приключения. Было очень интересно. Интересно. На каких местах вы сидели? На втором ряду. Вам футбол убили? Амфитеатр? Да. Понятно. Могли бы вы порекомендовать другим людям непосредственно сходить на этот спектакль? Да. Хорошо. Спасибо вам большое.